Планировали реконструкцию. К сожалению, подрядная организация, которая у нас вышла на актуализацию проекта, нас очень сильно подвела. Из-за этого затягиваются сроки ремонта. В связи с этим, для того, чтобы горожанам не доставлять дискомфорт в связи с ненормативным дорожным покрытием и оценив его реальное сегодняшнее состояние, как неудовлетворительное, мы пришли к выводу о необходимости его ремонта путем локального восстановления большими картами на наиболее проблемных участках. В ближайшее время проблемные участки будут отфрезерованы специальной техникой, и на этих участках уложен нормативный асфальт на всем интервале проблемных участков. Единой большой карты. Это позволит нам до момента выхода на реконструкцию улучшить пропускную способность и нормативное состояние проспекта имама Шамиля. Да, вот этот интервал тоже у нас в ненормативном состоянии находится. Очень много разрушений. Мы с помощью фрезы пытались здесь выровнять здесь отдельные участки, но, к сожалению, эти полумеры не сильно улучшают здесь дорожную ситуацию. Из-за этого вот этот участок тоже включим в ремонт большими картами. Уважаемые горожане, сам воочию оценил ту ситуацию, которая у нас здесь имеется. И в ближайшее время приступим к исправлению этой ситуации для улучшения качества жизни наших почкалинцев. Ни одно обращение, ни один пост не остается без внимания к Шамиля. Да, да, да. Это самая такая центральная оживленная улица, поэтому я думаю. Для реконструкции надо будет его полностью на 4 метра выкопать, все коммуникации менять. У нас получается там полгода вся Шамиля будет обездвижена. Это большая, кропотливая работа, тяжелая работа. И подрядчик, который реконструкцию нам проектировал, более года уже точно прошло с тех пор, как он приступил к проектированию. И все время у него какие-то то замечания, то нестыковки, то экспертизы его разворачивают уже который раз. На этот период надо будет вот именно ремонт большими картами сделать на тех участках, которые утратили свои свойства. Шамиль Ахмедович, с учетом того, что у нас подрядчик у нас по проектированию реконструкции Шамиля очень сильно подвел, и ждать его как минимум горожане не готовы, нам необходимо будет на вот минимум трех интервалов, где наиболее утраченное асфальтобетонное покрытие, выполнить ремонт большими картами. То есть полностью фрезой мы снимаем старый асфальт и полностью на всю захватку кладем по новой. И мне нужно от вас сроки, когда вы приступите, проинформировать горожан, чтобы они пользовались объездными путями. И максимально желательно в ночное время. И фрезеровка. Сегодня фрезеровку выполнили. Максимум в течение двух дней выходим на укладку асфальтобетонного покрытия.